Привет, я Дарья Сыровыкина, город Запорожье, театр авторской песни Елены Алексеевой. Сильные женщины часто уходят красиво, с ровной осанкой и поднятой головой. Не молят, не плачут, лишь улыбаются криво, затем исчезают, идут, повернувшись спиной. Под сотнями взглядов, смешков и улыбок идут с превосходством, всем глядя в глаза. Идут и себе обещают. Подобных ошибок больше не стану я в жизни своей совершать. Никогда. Идут все быстрее. На лице застывает маска спокойствия, силы, мудрости и ума. Только щек почему-то уходит краска. Глаза почему-то так странно блестят. И кажется всем, кто сейчас ее может видеть, что ей все равно. Наплевать. Не волнует. Ее недостоин тот, кто посмел обидеть. Она не жалеет его, не тоскует. Сильные женщины плачут всегда неслышно. Никто не узнает, какая внутри борьба. Почему-то вокруг все уверены. Выдержит. Выдержит, как бы ни била судьба. Мало кто знает, насколько хрупка их сила. Мало кто видит, им страшно. Им больно, как всем. Сильные женщины часто уходят красиво. Гордо и вольно. И насовсем.